Всем привет! У меня сегодня долгожданная колода Таро четырех сказок пришла, и мы с вами посмотрим первый раз в работе колода. Итак, что было, есть и будет. Вот. Четыре сказки. Здесь четыре колоды старших арканов собраны. Разные прорисовки. И это некий эксперимент. Вообще я ее и так хотела, она мне понравилась. А в принципе я ее больше взяла для психологического портрета. Я делаю все-таки визуал с портретом именно так. Так что, кому надо, обращайтесь. Вот, видите, совершенно разные. Смотрите, это три разные. Сейчас, нет, эти есть. Так. Мир, сила и солнце. Нормально. Мир, сила и солнце. Скажем так, колода готова. Мир, сила и солнце. Здесь вообще такая сила, видите? Смотрите, какая интересная. Вот. Итак, сейчас я разложу и будем смотреть. Да, великовато. Дно колоды у нас справедливость. Все размерено, все по своим местам. Кому что надо, тому и отмерено. Ну, как-то так. Давайте. На данный момент... О, вы император. Вы в императорском чине. Кто бы ни смотрел, мужчина, женщина, женщина, мужчина. Это карта для вас, четверка. Четверка для вас сейчас главный приоритет, вы в силе. Ваше состояние для того, чтобы вы преодолели, заякорили, показали то, что вы достигли. Вообще это самое, что ни на есть, материя в действии. Вы властелин своего собственного тела, духа, жизни. И возможностей. Так. Ой, а что это у вас тут по сердцу такое творится? Интересно.
Вот это да, вот это приплыли, называется карта высшего суда. Башенка. Фу. И карта высшего суда. Так. Экспериментик удался. Интересный. Поехали дальше. Что вы достигли тут? Ух ты. Еще одна карта дьявола. Ну, смотрите, здесь человек очень или материально настроен, или очень силен по своей физической структуре и по своей физической масти, по проявлению в жизни. Или человек, достигший, именно человек, кто бы еще раз говорю, не смотрел. Или человек достиг, не или, а действительно человек, который по своей физической форме на высшем уровне. И эта форма как физического тела, еще раз говорю, так и вашей жизненной позиции. Потому что здесь есть триумфатор, и здесь вопрос достижения ваших желаний именно на физике, в прошлом. Все, что вы хотели, к чему вы стремились. Смотрите, будьте внимательны. Нравится вам это или не нравится? Может быть, вы, потому что здесь сложненькая карта, может быть и так, что вы к этому пришли, а потом поняли, что не совсем, да вы и не совсем то, что вы хотели. Мы сейчас прошлое смотрим. Хотя вы получили, по сути, у вас есть владение. У вас есть владение. Но то ли ваши мысли когда-то были заняты совсем не, еще одна башенка, маг. Еще одна башенка. Что по любви, справедливость? Карта высшего суда и звезда. Ах. Настоящее и прошлое. Ну что, смотрите. Не совсем ахти, не совсем ахти. Да, есть ситуация того, что приходится отдавать долги или приходится или ставить все на свои места. Это посыл от высших. Тут вас как бы разделяет некая высшая власть, высшая молния, скажем так, молния вашего бытия или осознания. Ваши, да, карты ангелов стоят, но и вопрошают. Почему у вас на сердце такая связка по жрице и по дьяволу? Пока не буду говорить о том, посмотрим, что вам говорят в совете. Может быть, две ситуации, что вы шли сами, невзирая на лица, к достижению своей цели, и теперь приходится восстанавливать, отдавать, принимать решения, отдавать должное, так сказать. А может быть, другая ситуация, что отдавать честь. Может быть, вам будут отдавать честь, если вдруг вас связывали по сердцу. Тоже может быть. И вы в таком случае тогда высшие дают вам возможность под их присмотром открыть эту банку. Просто свыше открывают эту банку. Вы в императоре. Вы при своей силе. То есть уж обратите внимание, если за вами ничего такого не водится, никаких магических, тем более черно-магических штук, значит, это ваша другая версия. Ну, две версии я сказала.
Материальный уровень, люди, которые достигли в материальном уровне того, чего хотели. По справедливости тоже, скорее всего, здесь такая ситуация, что вы или находитесь, ну как-то справедливость звезда и башня. Ладно, давайте так. Вы, скорее всего, уже не находитесь в законном браке, скорее всего, но были по-прошлому в законном браке. И опять же, может быть, видите, как справедливость замахивается в сторону, вот чтобы разрубить это все, открыть это все. И тут карта. А, не видно. И тут карта закрытой звезды, закрытой мечты, как бы, чтобы вам выйти в будущее, вот тут по прошлому вам надо что-то по справедливости отсечь, вот это, что на душе лежит какая-то черномагическая работа или нехорошее состояние, или неправильное видение, или пелена. Тут такое, знаете, состояние, такой аркан вышел, когда вообще один мужчина, две женщины. Вот тут в драке, скорее всего, но это опять же через воздействие. Видите, они не просто так, потому что им захотелось, а ими как бы руководят. То есть, скорее всего, как я понимаю, тут. И чтобы вам открыть вот эту звезду, вам надо выйти в эту чистоту, в чистоту понимания, что вы и делаете, в принципе, потому что это уже по прошлому. Я думаю, что вы пошли через эту справедливость, тем более, что у вас сейчас в осознании вот этот стресс, вот этот разрыв шаблона, вот этот разбаланс, как бы, или даже нет, неправильно. Смотрите, здесь высший суд, и здесь я не-не-не, никакого разбаланса. Здесь, скорее всего, трубят так, как должно. Вы сигнал почувствовали, вы пошли по справедливости, вы пошли, вам то ли дали знак какой-то, вот это, что что-то было не так. Видите, как здесь тоже аркан дьявола, они насколько разнятся, но тут прям вот такое загон, вот наваждение на голову, закрытие мозгов или еще как-то, или такое желание, владение, тому подобное, ну, немножечко разнятся прорисовки. И вот сигнал, который пошел, скорее всего, вы им и воспользуетесь, потому что здесь уже в этом аркане высшего суда есть освобождение. А чего вы достигли? Вы проходите через башенку. Эта башенка, то есть она уже у вас показана и по прошлому, и вы маг своего, вы выходите в мага, то есть я буду идти, то есть полностью открываю книгу жизни. И тут вот взираю таким мудрым старческим уже взглядом, не просто какого-то молодца, удальца, а вот такого человека с опытом. Ой, и иду, иду, тут башня, с прошлого уже у вас начался очистительный криз или период по прошлому. Так, ну что, открываем вопросы будущего. Звезда ложится сюда, и маг ложится. Звезда и маг. Тут уже у нас немножко другая. Вы открыли таки звезду. Вы откроете, точнее, звезду в будущем. Так, тут есть вопрос отшельника и третья карта высшего суда. Ну, смотрите, что-то на ближайшее будущее таки будете проходить по вопросу одиночества и вопросу очистки. Сначала будет заякорен и приведен в порядок ваш уровень. Давайте так скажу, ваш уровень быта. Потом пойдет трансформация по вопросу личной жизни и чего вы достигнете. Успех, солнышко, и тут отшельник. Смотрите, для вас мудрость, восприятие и чистота ребенка. Отшельник. Для вас как-то тут вы чего-то очень важно для вас сейчас закрепить позицию вашей мудрости и вашего понимания жизни. Тут такое впечатление, что вы избавляетесь от какой-то связи,
от какой-то, потому что очень уж важна, видите, как бы я говорила, вот эта линия сердца, линия личной жизни, и она выходит у вас в те цели, которые вы должны достигнуть. А тут маленький кентаврик выходит, ну как бы в солнце, в такое. О, врождение. Так, сейчас. Рождение мудрости. Давайте посмотрим на мир. Луна. Колесница. Это совет. И тут справедливость, я говорила. Опять башня. Не бойтесь башни, император. Смотрите, что это совет? Совет по колеснице, и вы, в принципе, вы достигли действительно, так, суммирую, вы реально в вашем прошлом стали на свой путь, на свои рельсы. Вы уже сейчас в аркане физической мощи императора. Вы там, где вы должны быть. Тут вопрос, судя по всему, какой-то очистительной процедуры по личной жизни или по сердечному уровню, чтобы вы вышли в чистоту, потому что это, с одной стороны, это ваша личная, а с другой стороны, ну как бы личная, которая держит вот это ваше будущее, это правильно, стоп, стараюсь вернуться. Загвоздка, чтобы открыть ваше правильное будущее, есть в какой-то чистоте, которую вы должны для себя пролонгировать, и это связано с сердечным уровнем или, ну вот, личной жизнью. И вы этого достигаете, вы проходите здесь коллапс, здесь человек реально проходит какой-то, я не знаю, бешеный коллапс. Но при этом вам дают, это линия, по сути, вашего высшего я, который вас ведет, и это высшее, которое, давайте так, реально курирует, причем прям с двух сторон. Не бойтесь, башня уже вас потрясает, и она тут в совете, поэтому колесница, башня, не бойтесь вообще никакого состояния известия, разрушения или еще как-то, или что вот как бы вас ни трясло, что бы вам ни показывали, как бы ни разрывало, вот поймите одно, вы действительно стали уже на свои рельсы. И тут император подтверждает ту стадию, в которой вы находитесь. Вам только через мудрость надо пройти. Вы избавляетесь что-то по сердечному уровню. Реально, тут третья карта высшего суда. Это обновление в будущее. Вы должны от чего-то избавиться. А то, что вы застряли, вот оно лежит камнем там, камнем каким-то лежит. Может, реально кто-то подделывает что-то или так сказать, какие-либо другие жизненные картины у вас там всплывают по такому по состоянию тайной связи, тайных энергий, тайной мощи, еще какой-то вот такой вот сложности. Вы это с одной стороны закрываете, потому что здесь надо это проработать и закрыть просто. А с другой стороны, это вопрос подсознания еще. Это программка, как будто бы из подсознания, которую вы достаете с одной стороны. А с другой стороны, это опять же, что здесь тайна некая, что здесь карта Луны, карта Жрицы у нас выходит только один раз. У нас много выходит башня, важно. У нас выходит высший суд. У нас два раза справедливость. И у нас три, да, три аркана. Два, два. Уже переусердствовала. Два. Два аркана этого. И мага, да. И мага два. И две звезды. И две звезды. Раз, раз, два. Все. Три аркана высшего суда и три аркана башни. А все тут два и все остальное. Два императора, две колесницы, две справедливости, три башенки, две звезды, два отшельника, одно солнце. Вот.
Так что что-то, смотрите, что еще. Колесница, башня, император. Кроме того, что у вас идет вот эта разруха какая-то, с другой стороны, по совету, вы одно разрушите полностью, но вы построите вот тут звезда и маг. Маг творит через чистоту звезды свое будущее, а это ваша энергия. Это все ваша энергия, это не другие, ну, как бы, люди, которые там вмешиваются. Ну, вот это старшие арканы для вас пространство. То есть это могло быть как программное обеспечение, которое лежит вот там у вас в серединке. Но так как говорю, тут уже справедливость, а тут отшельник, тут мудрость, а тут чистота намерения. Поэтому можно предположить, что вы что-то всковырнули, всколыхнули вот по прошлому, потому что это карта достижения по прошлому, вы достигли опять через башенку, и оно как бы всплыло, и вот это очищение должно пройти. Но все-таки не будем убирать, уж точно понимаете, какими методами вы пользовались, чтобы понимать по карте высшего суда. Это отдача или это чистка и проводят вас? Хотя и в одном, и в другом случае, как я понимаю, здесь человек через осознание, через искренность, потому что есть справедливость, идет в свою чистоту, избавляется от. Тем более, видите, это не на сознании лежат темные, а именно, ну, как бы на уровне души какие-то такие привязки или хотелки какие-то, еще что-то такое. Вот. И от этого первоочередная задача, первоочередная, это выйти в состояние одиночества, мудрости, понимания и преобразовать свой жизненный процесс в счастье и в солнышко премудрости. Вот так, когда человек понимает, что с ним происходит и ради чего он это делает. А тут говорю, по совету у вас правильность император какая-то, знаете, это как, смотрите, это карта руководителя, тут может быть карьера и достижение, и построение совершенно нового типа здания какого-то, и это сила и власть. Вот, по сути, можно сказать, это три карты власти. Вот так. И вопрос того, что не бойтесь брать руководство на себя. Не бойтесь, если вдруг разрушение, или не бойтесь строить, или не бойтесь сумасшедшей или сумасбродной энергии, но такой, чтобы она была именно у вас по чистоте, по справедливости, по преобразованию. Ладно, я думаю, что все. Пишите, пожалуйста, будет очень интересно, как вам понравилась колода. Так, колода в Инстаграм, заказ Инстаграм на Лакшери Таро. Я думаю, если кого интересует, вы там найдете. Или Люксори, Лакшери Таро. Вот, так что, вот такие вот интересные, я думаю, что очень даже интересно. Как-то всегда я делаю такой расклад, помните, на одной, ну, на одной колоде, а тут вот сегодня у меня была такая задумка. Все, пишите, пожалуйста, также, кого интересует психологический портрет или композит, или какие-то уроки. Пожалуйста, милости просим. Заходите, все в описании, все ссылочки в описании под видео. Все, счастья, любви вам и до новых встреч. Пока-пока.